сохраняй план путешествия по Европе, часть 3. Встречайтесь с друзьями в Милане, там удобный аэропорт и много рейсов со всего мира. В этот же день выезжаете в побережье Лигурийского моря в Геную, гуляете там на закате, едите итальянскую пасту с морепродуктами в семейном ресторане Вега Зена. На следующий день движетесь вдоль побережья Лигурии к 5 деревням Чинкветера, это такие домики цветные на скалах, нависающие над морем. Лучшая деревня из них Монорола. На третий день приезжаете в Пизу, надо обязательно подержать башню, как делают это многие сотни других туристов, а к вечеру перемещаетесь к другим башням, в город Сан-Джимильяно, который до сих пор сохранил свой средневековый облик и средневековые небоскребы. На следующий день едете во Флоренцию, которая славится произведениями искусства, архитектуры эпохи Возрождения и кафедральным собором, обязательно отведайте там пиццу. Пятый день посвящаете карликовому горному государству Сан-Марино, которое со всех сторон окружено Италией. Походите там по узким улочкам, заберитесь на три башни, это символ города. Плюс одна страна будет в вашу копилку. На следующий день по пути в Рим приезжайте через регион Тосканы и дегустируйте вкусное вино в винодельне де Риччи Кантине. Последний день проводим в Риме, смотрим Колизей, навещаем Папу Римского и объедаемся прошутто. Отправь это видео тому, с кем планируешь поехать в Европу, пиши в комменты «Италия», и я скину тебе ссылку на все Google метки по маршруту и свое расписание поездок по миру.